Толстовка. Как пожарим. А мне слабо. Пап! Ну, пап! Она опять! Ну, пап! Держись, Поплавка! Держись! Держись! Держись себя, Вера! Держись! Отпускайся! Отпускайся! Уйди, я сама! Да не мучайся, отпускайся, я тебя поймаю! Девчонки должны не по крышам скакать, а вышивать платочки крестиком. Веревку-то отпусти. Сами вышивайте. За мной! Молодец! Выкидывай! На прорыв быстрее! Ну я же один! Ты что, с ума сошла? Перегрелась? Слышь, как поют, а? Ту дура! Пойди проветрись! Пойди проветрись! Дура! Люблю лаловые угрики. Еще? Нет, хватит! Хватит! Ругаться будут! Люблю арбузики. Здорово. Что ж так здорово? Плывет, как контики в океане. Чей конь? Юрка, ты где? Товарищи, опуститесь на землю. Старик. Ты? Угу. Похоже. Ну и что? Вертись. Нет. Явилась снежная королева! Ура! 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 Вечно ты, курица, на опаску поешь! Ну, хватит, ребята! Бессовестная такая. Тихо. Антон Юрьевич, бывший артист. Прошу любить и жаловать. Зачем она их приводит? Талантам нужны поклонники. Как воздух. Начинаем работать! Все на сцену! Принц, бабушка, Лиза, Коля. Быстро, 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 быстро на сцену. Слушай, зачем ты притащила сюда этого стрючка? Он же будет сковывать всю мою творческую инициативу. Вечно ты... Ты не прав. Во-первых, нам нужно привыкать работать на зрителей. А во-вторых, интересно же знать мнение профессионала. Какого профессионала, который вел до нашей эры? Все-таки артист. Сегодня я буду ставить финал пьесы. Это самое трудное место, так там участвуют все. Начнем со входа советника и снежной королевы. Прошу. Извольте немедленно вернуть мне мальчишку Кея, слышите? Иначе я превращу вас всех в лед.
А я после этого раскалю вас на куски и продам. Ну? Но нашего Кея здесь нет. Ложь. Это чистая правда, Савик. Это сказочник. Его Колька играет, мой братан. Да знаю. Вы прячете его где-то здесь. Ну, попробуйте, найдите его. Так, тут я энергично осматриваю комнату. Заглядываю на кухню. Все, его здесь нет. Зина, твоя реплика. Имейте в виду, любезный, что мне достаточно взмахнуть рукой, и тут навеки воцарится полная тишина. Элизабет, проснитесь, ваша реплика. Да-да. А ты, снежная королева, маши руками, ногами и хвостом, все равно мы тебя не выпустим. Лиза, проснись, но все нужно иначе. С отношением, с темперами, где они? Да, где они, а? Не буду я играть маленькую разбойницу. Что, опять твои капризы? Да, опять. Ну, что тебе нужно? Ну, чего ты хочешь? Она хочет изобразить тетку секс-бомбу. А ты, Ленка, просто шут гороховый, индюк. Ну, я ж темперамент прорезался. Мерси, Баку. Ну, все, кончай, Юрка. И ты, дочь, как маленькая. Ну, у тебя ж хорошая роль. Ну, что в ней хорошего? Орать и свистеть, как эти дуралей на заборе, да? Покорелого театра! Ну, хватайте за ногу! Постой. Постой, тебя как звать? Дубравка. Ну, вот как? Послушай, а не сыграешь ли ты у нас, Дубравка, маленькую разбойницу, а? Тоже мне. Весьма остроумно. Очень симпатичная роль. А? Далеко-далеко в занесенном снегом городе жили-были мальчик Кей. Снип-снап-снура. Его сестра Герда, их бабушка. Жили они вот здесь, под самой крышей старого дома. Старик, давай по существу. Ну, при чем тут эскизы? Ты ведь сказку знаешь? Угу. Прекрасно. Вот твои реплики. Ну-ка, попробуем. Как? Уже? Сразу? Работать над ролью, главное определить зерно роли. То есть суть роли. А суть образа советника в том, что он думает только о деньгах. Мол, деньги это все. Скряга-накопитель, этакий злодей. Таким я его играю. Глупости. В жизни этаких злодеев нет. Причем здесь жизнь? Это же пьеса, искусство. Между прочим, искусство отражает жизнь. А то, что делаешь, примитивизм. И вообще... Две минуты! Я же прячусь! Зря теряем время. Давайте репетировать. Отлично! Значит, детские дети погибли. Руками, идем. Ногами, хвостом все равно. Дубравка, не давай, не выпускай нас. Ну-ка. Дубравка, слышь? Имейте в виду, любезные, что мне достаточно взмахнуть рукой, и тут навеки воцарится полная тишина. Маши ты руками, ногами, хвостом, все равно мы тебя не выпустим. Вот тебе! Годится. Так, поехали дальше. Вот ремарка автора. Снежная королева взмахивает руками, раздается вой и свист ветра. Старики, изобразите. Зина, вперед. Тихо! Тихо! Похулиганили и хватит. А мы не хулиганили. Марш по домам. Еще, видишь? Марш. Товарищи, в чем дело? У нас репетиция. Хе, ничего себе репетиция. Босяки. Марш! А мы не босиком. Лекция, ребята, сейчас здесь будет. У карты мира. Лекторшу соседей перехватили. О! Ясно? Яша, ну, у нас же репетиция. Ну, все, мы договорились. Все. Ну, что это значит? В конце-то концов. Одну минуточку, спокойно. Братцы, без паники, сейчас все уладим. Ой. Перерыв 5 минут. Ну, вот, теперь пошли. Перерыв. Девочки, на часик есть! Ух, хризантемы. А, киндер. Слушай, а у тебя паспорт есть?
Нет. Ах, нет, тогда сбегай, получи, сбегай. Видишь ли, у нас серьезный мужской разговор, понимаешь? Ах, не понимаю. Тогда я считаю до трех. Раз, два. Девочки! Старшие школьники, самый бездарный возраст. Нигилисты. Им и невдомек, что самая прелестная сказка называется «Золушка». Ты способная девочка, у тебя есть искренность. Кстати, почему тебя называют Дубравкой? Не знаю. Хорошее имя. Хочешь стать актрисой? А самая мудрая сказка называется «Голый король». А искусство – это маленький мальчик, который сказал, что король-то голый. Значит, не знаешь, почему тебя называют Дубравкой? Просто назвали, и все. Ну, до свидания, Дубравка. До свидания. Что он тебе говорил? Ничего. Как ничего? Так. А, она умеет хранить секреты. Ты снежной королеве передай. А вот это Лиски. Только не перепутай. Ясно? И чтоб все тет-а-тет было. Как это тет-а-тет? В глубокой тайне. Ясно? Ну давай, двигай, двигай. Горим, братцы, горим. Массовик сказал, репетируйте хоть каждый день, а вот сегодня лекция. Ура! Вечно что-нибудь, черт подери. Ничего, Дубрав хоть текст выучит. Катя, дай пьесу. А пьеса у меня, только я у Коли забыла. Как у Коли? Ну как так шла Коля? С пляжа, зашла и... Коля, тебя можно на минуточку? Зина! К тебе тут дело. Зин, мы тебя ждем. Ну иду, иду. Дубравка, пойдешь к Коле, возьмешь у него пьесу. Завтра в 6, не опаздывать. Зин, подожди. Утро или вечер? Вечер. Ну, пошли, что ли? Пошли. Не бойся, она не тронет. А ну, на место. А я и не боюсь. Как у вас тут здорово. Да. Проходи. Это все ты сам слепил? Ну да, а что? Много. Вот. Вчера кончил. А что это? Хиросима. Ну ладно. На, беги, учи текст. Тебе сегодня получалось? Ты способна? Давай закурим, Николай, давай закурим, Николай. Здравствуйте. Наш гости, так сказать, день открытых дверей. Это хорошо. Закурим? Я не курю. А я тоже не курю. Спасибо. Да. Колюнь.
Ты знаешь, ко мне сегодня дружок заявился. 10 лет не виделись, а теперь отдыхать приехал и вспомнил. Да, решил поглядеть, как, мол, я живу. Да, пожалуйста. Да я на одном только ледничке и оранжерейке 3 его зарплаты делаю. А что? Что? Летом ледочек, а зимой цветочек. А ты знаешь, как цветы нужны? Ох, и там тебе и на похороны, и на свадьбы, и на день рождения. Вот он-то точно так морщился, вот как ты. Да. А в душе, небось, кошки скребли. Вот так! Николай, давай, ну. Знаешь, я ему не родной папа. Отчим. А люблю. Люблю его как сына. Вот. Но. Вот ты и живи так, как я учу. А ты не то все ты лепишь. Не то. Что это такое? Хиросима. Что? Хиросима. Ты знаешь, ты мне дурочку не валяй. Хиросима. Лебеди, раки. Это какие-то коряги. Это Хиросима после атомной бомбежки. Ну, бомбежки. Да ты знаешь, что такое бомбежка? Бомбежка. Это вздор какой-то. Дезинформация. Осторожней. Николай, давай закурим, Николашечка. Ника. Ну, я пойду. Угу. Ты, главное, на репетиции не опаздывай. Хорошо. Дубравка! А кто кому записки передавал? Яшка Зине или Зина Яшке? Кошка Машка, мышка Наташке. Понятно. Куда? Туда. Давно? Нет, давно. За мной! Вперед, ребята! Пошли. Убежали. Мы их прогнали. Читай дальше. Тихо, садитесь. Вообрази, я здесь одна. А мы? Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает. И молча гибнуть я должна. А ты внимания своего не обращаешь на меня. Ну как, нравится? Очень. А это ты сама все сочинила? Да. Вообще-то нет, Пушкин. А я только пересочиняю, чтобы лучше было. А кому это письмо? Да тут одному. Я
я-то думаю, где это мои мушкетеры? Спасибо, кайзер Вильгельм подсказал. Держи. А нам? И вам. Ну и дом у тебя, Дубравка. Прямо-таки великая Фата Моргана. Первый раз вижу такой читальный зал. А мы давно здесь? Давно. А что вы тут делаете? Мы сказку слушали про любовь. Вполне своевременно. Евгений Онегин, а кто же будет в куклы играть и вышивать платочки крестиком? Мы! А не проветрится ли нам до пристани, люди, а? Нет, папа, мы здесь. Мы тут. Тогда до вечера. Кисель на подоконнике, котлеты на столе. Слушай, тут твои друзья весь дом вверх ногами перевернули. Вышла бы им и сказала, так и так, не желаю с вами водиться. Трусиха ты все-таки. Дубравка, читай дальше еще, читай, пожалуйста, дальше, читай дальше. Все, идите лопать кисель и котлеты. Отойдите вы. 51, 18. Что? 50, а не 51. Нет, уж 51. Нет, 50. Так, выпусти. Жухала. Кто, я? Да. А ну, повтори. Жухала. Три копеечки. Разве это синячок? Вот фонарик. Так фонарик. Сорубчик серебряный. Ловко. Ну, ловко. У кого больше, а? У кого? Вов, у кого? Ну что? Нет ее нигде. И куда же она подевалась? Как она не играла? Мы бы столько не пропустили. Точно. Пусть только попадется. Что ж такое? Дубравка, эй, поди сюда. По-моему, очень идет. Что? Посмотри-ка, ровно. Ровно. Нормально. А? Видела, какую Колька декорацию замыслила? Колоссально. Здесь бы Гамлета играть. Смотри, смотри. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Пага моя остра! Сударь, вы меня выпачкали! Ай, я! Стрелка!
А правда, давай Гамлета. Ты это чего? Раз ты сможешь осмыслить высокую философию Шекспира. Ты еще недоразвитая. Какая? Ну, маленькая. Так сказать, дитё. Нет. Гамлет нам пока еще не по зубам. Вы, кончайте базарить. Начинаем работать. Еще, еще, еще. Федя. Выше. Так, нормально. Спасибо. Юр, а почему Коли нет? А его сегодня не будет. Он в море с рыбаками ушел. Зачем? Ну, за валютой. Зачем? Ну, денежки зарабатывать. На велосипед. Отчима ведь на газировку не выпросишь. Зерно образа отчима... Если это не мне, то читаем вдруг! Так кто записал? Кто и кому? Признание вас спасет, как позже и как! Ну ладно, ладно, все равно я узнаю, как делать копишки. Все! Все! Идут. Вижу. Ну хорошо. Все, тогда стоп. Стоп. Если честно, то написали вы. И если честно, написали мне. Ага. Ха, привет. Ну? Ты письма написала я. Я, ну, вовсе не Яшке. Как? Ой, это она Кольке написала. Девчонки, она в него влюбилась. Ха. Глупость вам к лицу. Всем, всем, всем! Вы самый бездарный возраст! Ну, знаешь, за это наказано! Я тебя продил, я тебя и убью! Кошелок! Держись теперь! Спички нет? Да она давно уже смылась. Грот ведь сквозной. Пошли. Что ж ты, артистка? Чёчку сделала. Что же ты, а? Что же ты играть не пришла? Из-за тебя полуфинал продули. Леща ей отвесить. И щекушку с оттяжкой. Так, держи! Возле вас. Спасибо за честь, но мне очень некогда. О, я вижу, тебе трудно живется. Не бойся, я тебе в обиду не дам. Я не боюсь, просто их больше. А вам в какой дом отдыха? Ни в какой. Я сама по себе. Значит, вы дикая? Дикая. Тогда пойдемте к нам. Мы живем в хорошем месте. Я знаю, вам понравится. Там есть свободная комната. Пойдемте. Точно есть? Да. Это мысль. Пойдем. Ты что так смотришь? Да так, не знала, что бывают такие. Какие? Какие-какие. Такие, как вы. Вот какие. Скажешь тоже. Нам куда? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Валентина Григорьевна. Нам туда. Опять смылась. Ладно, ладно, никуда не денетесь. Завтра подловим. Угу. Обеих. Точно.
все они главные. Разница только в возрасте. Колдунья молодая, ведьма женщина средних лет, а баба-яга старуха. А колдовские дети бывают? На кого ты смотришь? Куда ты смотришь? Валентина Григорьевна не выходила? Какая? Красивая, вон в той башенке поселилась. Дубравка, завтракать! Как только она выйдет, зовите меня, понятно? Понятно. На-ка, ешь. Куда? Куда? Куда тебя понесло? Мы знаем, как вас зовут, Валентина Григорьевна. Мы знаем, где вы живете. Вон там. Вы не колдунья? Радуга. Я только учусь. Дай бог, чтобы не мыльный пузырь. Радуга. Суть образа. Зерно роли. Чего ты там бормочешь? А почему нет такого женского имени? Радуга. Это ты меня Дубравкой назвала? Почему? Так. Дубравка, она вышла! А почему вы такая красивая? Потому что я мою уши с мылом. Мушкетеры, идемте немедленно мыть уши. Я тоже буду мыться душистым мылом. Вам это вряд ли поможет. Спасибо. Тогда я буду мыться без мыла. Пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Кто этот человек? А, Наташкин Сережкин отец, Петр Петрович. Все время дразнится. У него не поймешь, когда он говорит серьезно, когда так. Он назвал наш дом Великая Хата Моргана. Почему? Не знаю, ему так хочется. Он чудак. Он и вправду похож. На Фату Моргану. Может быть, только я не знаю, что это такое. А ничего, просто забавный мираж. Надо и пузо, загар лучше пристали. Но попадись мне эта дубравка. Пусть только появится. Что лучше, леща ей отвесить или макароны отпустить? Того и другого. Чем больше, тем лучше. Ее сначала поймать нужно, потом уже бить. Да вон она идет! Опять вместе. Русалки. Какие-то дубравки с ней ходят, а? В гиду записал. Яша! Яша, посмотри, Яша! Ой, ой, сдаюсь! Ну, сдаюсь! Дубравка, кто эта женщина? Артистка из Ленинграда. Народная артистка республики. Знаменитая. Ага, я говорила вам. Да это же я. Почему я народная артистка, она недостаточно интересная. Подумаешь, голубые глаза, карие кинематографичные, и волосы. Нет, она красивая. И даже очень красивая. Это всякий скажет. Да, девчонка, она действительно интересная. Ой. Жабы, лицемерки. Mm-hmm.
ладно, утюг. Запомни. Смешная ты, Дубравка. Ты, наверное, с целым светом воюешь. Нет, хороших людей не трогаю. А вот утюг пусть запомнит. А из-за чего, собственно, разгорелась эта война? Не знаю. Просто они все уроды. Противно на них смотреть. Вот пошел человек. Таких больше нет. Одну минуточку. Ариведанчик. Руном, простите. Здравствуйте. Привет. Привет. Нам кажется, мы с вами где-то встречались. Гарантирую, вы из Москвы. Ошибаетесь, дедушка. Мы с Фатаморганой. А это где-то в Азии. Ну да, я встретил девушку. Па-па. Что такое безобразие? Ведь какого уважения? Так, куда же вы, девушка? Пойдемте отсюда. Не все равно мне откажется. Я вам свое место покажу. Куда вы уходите? А? Безобразница! Здесь на дне красивая раковина лежит. Только ее не достать. Я пробовала. Глубоко очень. Сейчас. Ну как? Да, так просто не достать. Угу. Дедушка! Я сейчас, у меня тут дело на пару минут. На, выпей. Что, тяжело? Чёртова море, чёртова дубравка, плавает как акула. А я на воде не держусь. У меня повышенная плотность организма. Она тебе нравится? Кто? Дубравка. Чёртова дубравка. Подловлю и изуродую, как бог, черепаху. Уж больно ты разная. Хочешь, дам тебе совет? Только никому никогда ни слова. Могила. Научись плавать, человек, и достань Дубравке вон ту раковину. Это ее мечта. Ну вот еще, была охота. Ма!
Маши руками, ногами, хвостом, все равно мы тебя не выпустим. Вот тебе! Ну уж это, Лиза, ни к чему, ты ведь не Дубравка. Стоп! Ты что? Я не тебе. Все-таки ты, Лиза, неправильно играешь. Ну что ты ко мне прицепился? Как сам ты кричишь, завываешь, пауз. Тебе можно, а мне нет? Между прочим, маленькая разбойница и советник не одно и то же. В моей трактовке образ советника олицетворение абсолютного зла. И я сознательно играю его шаржированно и ярко. Не ярко, а примитивно. Вот именно. Что-что? Примитивно. Хорошо, все, все. Тогда отказываюсь играть. А как же премьера, не глупи. Ничего, вот пускай Юрка играет. Ты слишком молод. Погоди, а давай поменяемся, а? Я сыграю советника, а ты сказочника. Я? Я согласен. Ну, а когда текст учить будет? Ничего, успеем. Да не успеешь, ты успеем. Ну, ну, начали, ребят, пошли. Ага, вот ты где. Сейчас мы тебя... Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вы действительно ко мне? Да, действительно к вам. Мы пришли пригласить вас на генеральную репетицию нашего драм-кружка. Вы как прославленная актриса, окажете нам честь, и мы будем очень рады. Мы все вас просим. Да, пожалуйста. Но кто вам сказал, что я актриса? Да. Мы знаем, не стесняйтесь, ну, пожалуйста. Нет, я не могу. Это недоразумение. Я худрук и главный режиссер нашего коллектива. Я, конечно, понимаю, что вы сейчас в отпуске, и вам, вероятно, хочется отдохнуть от искусства. Но нам бы очень хотелось, чтобы о нашем спектакле первые высказались вы. Профессиональная актриса. И мы... Но это недоразумение. Никакая я не актриса. Я с удовольствием пойду к вам на репетицию, но... Ей-богу, я не имею никакого отношения к театру. Я инженер, специалист по набивным тканям. Я могу показать документы. Извините меня. Извините ее, она больше не будет. Извините. Кто сказал, что она актриса? Я. Ну и влипли. Ну, попадись мне, эта Дубравка. И мне тоже. А я тут. Чего? Обманули дураков? К вам, товарищ худрук, это тоже относится. Машите, машите руками, ногами, хвостами. Валерьевна, пошли. Что нам плохого сделано? Пошли домой. Подойдет. Все. Пока. Если бы ты была такой же, как Валентина Григорьевна, ни один мальчишка не посмел бы бросить в тебя щепкой. Так тебе и надо. Я вижу все насквозь. Ты от меня ничего не скроешь. Не собираюсь. Я их нарвала у одного знакомого. Ну и зря. В городском саду гвоздика крупнее. Крупнее цветов, чем у этого типа, не бывает. Какого еще типа? Вовкиного отца, спекулянта. Кто это? Это я. Принесла вам гвоздику. А почему ты мне приносишь цветы? Потому что люблю вас. За что? Я ведь не сделала ничего такого. Я понимаю. Девчонки иногда влюбляются в артистов, в космонавтов. Даже в них самих людей, в чужую славу.
За что же ты любишь меня? Вы красивая. Вас бабушка Радугой назвала. Почему искусство такое непримиримое? Почему так неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к ним? А вы и правда не принадлежите? Это я наврала, что вы артистка. Зачем? Не знаю. Извините меня. А почему ты не спишь? Не хочется. Вчера у меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку, будто я дура. Я его просто уважаю, вот и все. А знаете, иногда что-то сюда под горло подкатывает, даже дышать мешает. Тогда я всех так люблю, даже страшно делается. Разве можно столько любви отдать одному человеку? Да он не выдержит. А иногда я всех ненавижу. Почему это? Ты не умеешь прощать. Может быть, это и хорошо, но от этого черствеет сердце. Я не знаю, что хуже. Быть мягким или быть черствым. Расскажи мне об отце этих малышей. Сережки, Наташки. Зачем? Просто так. По-моему, он славный человек. Он не славный, он странный. Он купается ночью, от него табаком воняет. Зачем он вам? Красиво, правда? Ничего особенного. Спокойной ночи. Дубравка. Дубравка, вставай. Дубравка, Дубравка, вставай. Доброе утро. Дубравка, а что такое лихая пантера? Ой, это что-то вроде тигра. А где же твой хвост? А где твои когти? Какие когти? А почему? А почему тебя папа назвал лихой пантерой? Он сам еще хуже, ваш папа. А ну, брысь отсюда! Он хуже тигра! Дубравка! Дубравка, Петр Петрович приглашает нас на пляж. Пойдем. Некогда мне, у меня дела. Папка, мы с ней не играем. Не ходи с ним на пляж. Ничего, ничего. Помиритесь. Ну что, пошли? Не ходи. Не ходи. Не ходи. Давай руку. Ну, идите. Идите. А я не пойду с вами. Раз выбрала себе этого, я пойду в горы, одену ботинки, пойду одна, на целый день. Давай на перегонки. Догоняй!
Держите ее! Хватит тебе! Стойте! Стойте! Стойте, ребята! А ну, поднимайся! Слушай, согласна, что ты попалась, а? Дай слово, что не будешь больше воображать. И нарзаном пои. Тогда мир. А то смотри. Буду. Все время буду, да мне на вас смотреть смешно. Стой! Убьешься! А мне слабо. Вот это артистка. Набери побольше воздуха и ныряй. Не бойся, помогу, если что. Здесь на дне красивая раковина лежит. Умел бы я хорошо плавать, я бы достал ее тебе. Она глубоко, до нее донырнуть трудно. Нужно с камнем нырять, взять камень и нырнуть. Я попробую. Красивый папа получился. Да, как бармалей. Иди к нам. Вот, я достала ее для вас. Та самая, с глубины. Как же ты сумела? Я с камнем ныряла, с камнем хорошо. Возьмите, будете меня вспоминать. Спасибо. А правда здорово придумано? Да ведь Коля у нас талант. Похоже. Похоже, изображено. Лебеди, раки. Кыш-кыш! Кыш-кыш! О, вон, куда у меня из мешка-то мел-то поубавился. Вашего мела я чуть-чуть взял, с килограмм. На кубики не хватило. Остальное ребята принесли. Во-первых, не вашего, а нашего. Мы одна семья, Калюни. А во-вторых, килограмм мела... тоже денег стоит. Эх вы, дети, все легко как-то вам дается. А по-моему, Коля тут ни при чем. Виновато царство снежной королевы, льды снега сплошной мел. Да сколько надо, столько и берите. Я ведь это, Зина, так, для порядка. Рисуйте, лепите, пожалуйста. Лишь бы толк был. Да, а все-таки... все-таки мне кажется, что не то он все лепит, Зина, не то. Вот ты в санаторном парке была? Конечно. Вот скульптура. Ну, приятно посмотреть. И спортсмены, и животные там разные. Говорят, хорошо, платят от габарита. Вот что лепить надо. Да, люди понимают. Пошли бы в парк, сели бы напротив такой фигуры скульптуры. И повторяли бы, так сказать, с натуры. Это же не искусство. Раз деньги платят, значит, искусство. А вот это вздор, баловство. Не трогайте! Одно. Ты что? Ай-яй-яй, нехорошо, Николай, на старших кричать. Я-то тебя извиню. А вот другой кто извинит ли? Самолюбие сдерживать, брат, надо. Не каждый тебе в глаза скажет правду.
А я скажу, не то лепишь, не то. Не то, Николай, делаешь. Да не слушай ты его. То ты делаешь, Коля, то. Ой, смотри, испачкался. Не надо. Я дружу с другим человеком. С Яшкой. Я ищу, ищу мне это. Смотри. Смотри. Ага, они пригласили всех нас на спектакль. Дубравка, говорят, жалко, извини меня. Жалко, что ты не играешь с ними. Ты хорошо играл. Дубравка. Дубравка, он нечаянно. Дубравка, он ведь нечаянно. Он. Все он. Все из-за него. Пожалуйста, быстро передай. Почта всегда должен быть срочно. Да. А где, говоришь, она проживает? Вон в той башенке. А, ты умная девочка, все знаешь. Да. Спасибо. Братан мой. Хотите? Да что вы, Кольгу твоему не знаете, что ли? Дети. Он еще не так может. А кто же не знает? Задают вопросы старшим. Б. Ждут, пока старшие сами не зададут им вопрос. Что это она? Молчите. Добро, задайте нам, пожалуйста, вопрос. Не хотим ли мы знать, кто вы такой? Вздор. Кей, честное слово, то злой волшебник. Герда, ну вот честное слово нет. Ой. Что вам угодно? Мы не дадимся. Вздор. Бабушка. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерции советник. Вам повезло, хозяйка. Ну, проходи, проходи. Отстань ты. И да, и нет. Деньгами не богато, а... А остальное вздор. Вы, может быть, не знаете, кто я такой. Я очень богатый человек, видишь? Хозяйка. Я все могу купить. Вижу. Видишь, кого он играет? Советник? Какого советника? Батьку нашего он играет. Кто? Колька. Зачем же так? Я люблю редкости. На этом я и разбогател. Летом лед – редкость. Я продаю лед. Зимой – редкость – цветы. Я буду продавать цветы. Итак, ваша цена. Я не продам вам розы. А вот продадите. А вот не продам. Эти розы – наша радость. Господин коммерции советник. Вздор, вздор, вздор! Я вам предлагаю деньги. Слышите? Деньги! Понимаете? Деньги! Деньги это все! Поймите, господин советник, есть вещи более сильные, чем деньги. Да ведь это бунт! Вы сумасшедшая старуха, вот кто вы. А вы? Вы, невоспитанный старик, вот кто вы? Да я вас заморожу. Мы не дадимся. Увидим. Это вам даром не пройдет. Я отомщу. Б. Скоро отомщу. И В. Страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. Лебеди, раки. Яшка, твой же выход.
Ну, все. Сочинитель сказок, это все ваши штуки. Теперь он Кольку задавит. Ну, хорошо. Колька ему не родной. Это я ему родной. А его он со света живет за эту штуку. Вон. Он меня-то бьет, будь здоров. Здравствуйте. Так ему и надо. Кому? Здравствуйте. Я же тебе говорю. Здравствуйте, он Кольку со света живет. Да батьке твоему так и надо. День. Совсем уж из-за денег. Вас огорчил коммерции советник. Ладно, я домой пойду. Да не обращайте на него внимания. А то он мамку ругать что будет. Что он может вам он сделать? Он всегда ее за Кольку ничего. Ругает. Ну, я пойду. Ну, я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Ну, прошу вас. Ну, забудьте о нем. Ну, смотрите, как весело кивает вам Роза головками. Они хотят сказать нам, что мы с вами и вы с нами. И все мы вместе! Увидим надолго ли. Наши горячи. Да ничего! Пусть только они покажутся, мы скажем им! Эй вы! С ним, с нам, с Нура! Нура! Снип-снап-снуры. Вот велико, как все получается. В сказке все так легко, просто. А в жизни? Да ты и сам знаешь, тебе объяснять не надо. И что она в нем нашла хорошего? Он ведь урод, насмешник, бесчувственный крокодил. Он обидит ее и будет смеяться. Нет, Велька, ничего ты не понимаешь в людях. Здрасте. Здравствуй. Ничего сам придумать не может. Что-что? Вы его любите? Дубравка. У него было 5 жен. 6-й он отравил керосином. Он хочет в Турцию сбежать. Он сам с собой в шахматы играет. Он назвал Вильку кайзером. Ничего смешного, он негодяй. Дубравка, как ты смеешь так говорить о взрослом человеке? А вот и смею. Он хуже маленького, этот взрослый. Он прохвост. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Вы. Я тоже знаю про вас. Вовсе не радуга, вы такая же, как и все. Мыльный пузырь. А тебе адрес тут оставили? Кто? Да Валентина.
Николай, в Ленинград. Здравствуй, Дубравка. Здравствуй. Да не слушай ты его. Никуда он не уезжает. Я один еду. Зачем? Да его батя все скульптуры побил за спектакль. За спектакль? Ну да, в дребезги. Только мы еще лучше слепим. В Ленинграде. Хочешь, чтобы он еще тебе всыпал? Короче, мы уезжаем, поняла? Это он так, говорит, для совести. А сам хочет, чтобы мы вместе. Нам брось нельзя. Мы братья. Ну все, женихи, поехали. Дубравка, скажи Зине и ребятам, пусть пишут на главпочтам до востребования. Не забудешь? А можно я тебе тоже напишу? Конечно! Пиши! Благодаря за спасение. А может, вы меня и правда спасли? Да нет, что ты. Сейчас за нами катер придет. Белый катер. Вот он нас и снимет. Смотрите, наш камень движется на перерез волну. Да, плывет. Ты замерзла? Возьми мой пиджак. Какой пиджак? Ведь у вас нет пиджака. Ну и что? Представь, будто я тебе дал пиджак. Сразу будет теплее. Хорошо, спасибо. Только он немножко мокрый. А почему мы не пошли ее провожать? Она не захотела. Вы что, ее любите? По-настоящему? Не надо об этом, Дубравка. Я понимаю. Мне самой не легче. Интересно, сколько письма авиапочты до Ленинграда идет? Быстро. Может быть, день. Здорово, он приедет, ему письмо.
Знаете что, поплыли к берегу. Нельзя, смотри, волна какая. Да можно, поднырнем под пресс, нельзя просто вылезем. Потом сям пчелами будем письма писать. В Ехейм. Он что, тоже уехал? Угу. Мне даже адреса ее нет, Дубровка. Так я вам дам. Мы поплыли? Ну, поплыли.